Болезни для чего всегда дежурят, то на задворках тела, то в прихожей? Врываясь без пароля бурной бури, дождем ударят по заросшей коже. Такое совершенство наше тело, неописуемая Божья красота. С Адамовым грехом болезнь напасть посмела, боль посягнула даже на Христа. От пыльной и растресканной подошвы до темени, до лысины ненужной. В атаке террористов видеть тошно, перед глазами постоянно кружит. Пытаясь защитить свой гарнизон, локаторы проржавленные уши, две амбразуры глаз, и в этом есть резон, и жернова, чтоб было чем покушать. Не приведи Господь, коль головная боль, гудит, не прикоснуться к этой крыше. Советник разум из богача стал ноль. И жарит перегревом из подмышек. Мой позвоночник столько перенес, перетащил на стройке кирпичей. Мороз не раз белилом красил нос, перегораживает мой исход ручей. Болезнь несут посланники от смерти, напоминает нам о призрачности жизни. Микробы атакуют, словно звери, мумифизируясь пипеткой или клизмой. Святая Библия причины всех болезней находит во грехе, влекущем тело к смерти. Пластает наш дворец, как шохи трезник, ломает с треском все закалки двери. Но радость наполняет тленный мозг, спокойствием переполняет жилы, что за грехи мои уже страдал Христос, святая кровь его от смерти искупила. 7 ноября 2004 года.